Дорогие друзья, всем большой привет, меня зовут Иван, вы на канале Фолиота. На ваших экранах Stalker Lost Alpha, продолжаем играть, продолжаем исследовать этот интересный мод, если его можно, конечно, так назвать. Нам сейчас нужно отправиться по заданию на завод Росток. Принести так... Так, на секретную лабораторию, выкрасть документ. Так, лаборатория, понятно, принести документы в Велесу. Отправиться со свалки на завод Росток. И что-то там нас, наверное, будет ждать. Идти далеко. Нужно нам это делать. Ведь со свалки, говорят, надо туда идти. Вот. Я даже не знаю, машину стоит брать, не стоит. Ну, вообще возьму, конечно, я с собой машину. Побыстрее, чтобы добраться. Но я так или иначе все равно, ребятки, перемотаю этот поход. Туда сейчас только у Петренко куплю немножечко патронов. На что мне нужно купить патроны, спросите вы у меня. Мне нужно купить патроны на дробовичок. Вот эти вот. Сколько они стоят? 100 рублей, 200. Ну, немножко. Нормально. Сойдет. Сканает, как говорится. Что-то еще у него можно ведь взять? Батарейки у нас есть 10 штук. Так, хватит, я думаю. Так, ну и все остальное. Противогаз. 2000. Так, X-Ray КПК модуль. Я так и не понял, зачем он у меня куда-то пропал в прошлой серии, зачем он мне нужен. Ну да ладно. Его мы трогать не будем. Так, давайте, в общем, я включусь, как мы туда, как я туда доберусь. Как бы это складно не звучало. Итак, друзья, прибыл я на Росток. Так, стоп. Опа, и меня кто-то там грызет. Кто? Какой-то кабан! Сейчас машина мне все сожрет. Вот скотина, а! Блин, машину мне покоцал, наверное. Так, тихо. Ну, благо, не сильно. Вот свинья, а. Еще пройти не дает, вы посмотрите. Так, стоп. Мне надо осмотреться по карте, во-первых, где я. Так, вот я нахожусь. Вот я на заводе Росток. Ну ладно, давайте заезжать. А, во. Меченый встретит с группой долго, им помощь нужна, со зверьем местным. Так, где... Ага, вот она, эта группа долго. Так, ну давайте. Я не знаю даже, где машину нам оставить. Сейчас я хочу осмотреться, во-первых, выйти. Во-вторых, мне нужно все-таки тозик зарядить. Пожрать я с собой взял. Так, а, ну тут у меня канистры только. Слава богу, я там все выгрузил в баре. Что у нас тут есть? Так, просто зданица, да? Ничего. Хрена лысого, как говорится. Так, по краям, да по углам. Хрена лысого тоже. Ладно, не будем. А то есть я тозик же проапгрейдил, да-да-да. Так, а вот эта шаха тут стоит, она вообще внятная? Нет, невнятная. Ну и ладно. Блин, какое кабанище ты меня испугало, а? Так, ну тут дорога-то есть вообще какая-то тоже вменяемая? А, вот, да, есть дорога. Ну, мы сейчас подъедем, как эти самые. Так, стоп, там какая-то, блин. Аномалия. Да господи, ты... Обо что тут? По рельсам поедем. Объедем это все от греха подальше. Мой господи, как же эти липают-то, а? Да дай ты мне съехать-то уже. Ой, как тяжко с ней управляться-то. Смотрите, что происходит, а? Сейчас машина глохнет, зараза. Сцепление бросается, что ли? Бросить можно все, пить, курить, но сцепление все застряло вообще окончательно.
Блин, это вообще, конечно, бред. Так, а тут вообще шлагбаум. Зачем съезжал, спрашивается. Не внедорожник, конечно же. Так, все, вроде более-менее отрулились. Установочки какие-то. Стоп, а мы проскочили, да? Нифига так не видно, поэтому будем... Вот, здесь же можно повернуть. Да, тяжеловато на машине, дайте я фары вообще врублю. Фара-то хоть не тратится у нее, аккумулятор не садится. Машину мы сейчас туда там около долговцев бросим, потому что на ней, конечно, ездить это всему непостижимо. Аккуратно. Еще потом отсюда еще уехать бы главное. Все, покоцал, подрал все. А вот здесь так вот запаркуемся. Глушим, выходим, идем. Так, а время, блин, время 8 часов. Нам бы, блин, сейчас какое-нибудь задание дадут, что-нибудь исследовать. Здорово, пацаны. Не-не-не, я убрал, извините. Привет, товарищ Демин. Я пришел по вашей проблеме. Привет, сталкер, что можешь предложить? Меня сюда отправил бармен. Он сказал, что у вас тут какие-то неприятности. Так и есть. Я уже потерял троих из числа лучших бойцов. На нас нападают странные мутанты. Вылезли они, скорее всего, из подземной лаборатории, что неподалеку. Так что мы заперли туда вход. Чем я могу помочь? Экологи нам смешали смертоносный коктейль из отравленных газов, чтобы убить этих гадов. Да только не сработало. Нам до сих пор слышно, как они завывают. Кому-то придется надеть противогаз и сходить туда, чтобы оценить обстановку. Блин. Я так понимаю, что именно здесь я в дело вступаю я. Уговор такой, берешь противогаз, заходишь туда и валишь всех этих тварей, что там остались. Где-то четырех. Мои ребята видели их настройки. Что там стрельба такая как началась? Мои ребята видели их настройки и у нашего штаба. Верни мне ПДА троих погибших бойцов, а я уже тебя как-нибудь отблагодарю. Слово долго. А где мне взять противогаз? У Армана же был противогаз. Что-то я его не купил. Сходи в ближайший тоннель к экологам, у них точно должен быть. Я тебе сброшу координаты. Хорошо, я вернусь в ПДА. Так, подожди. Ага, вот. Это у нас что здесь? Противогаз. Сюда надо с фабрики сходить. Штаб-квартира группировки. О, круто. Так, что у тебя есть? Ох, нифига, у него 27 кусков. Интересно. Так, ладно, сохранимся. Давайте сходим к этим экологам, или кто они там есть. А потом надо будет, конечно, переночевать. Тачку мою только не гопните, пожалуйста. Смотрите, какая красавица стоит. Что-нибудь тут может есть вообще в этих домишках-то? Наверху там, да, все, тихо-тихо-тихо-тихо. Там сейчас, главное, времени немножечко поубить. Дабы потемнее было, чтобы я поспал и под утро как раз пошел, потому что у нас на сон ограничен, что-то нифига нету. Обидно. Не, ничего не хотите меня тут. Не хотят. Ну и ладушки. Ладушки, ладушки. Гоу, Джани. Так, еще. Сейчас мы как раз посмотрим по зданицам, что есть вообще. Так, вот, вот хлев, что ли, у нас. Похож на то. Радиации тут немножечко у нас. Свинюшек сюда уже, конечно, с коровками не загнать. Так, вот еще сарай какой-то. Посмотрите-ка. Дождище такой прям льет страшный. Блин, там аномалия. Как-то надо это все дело обойти. О, ящиков куча. Давайте пособираем. Да ничего, конечно, не собирать. Как это нечего? Есть, чё? Да чего ты так не горлань? Свинья. Кабанчики вон бегают, видите?
Ой-ой-ой-ой-ой-ой, что это я так... Блин, обходишь или придется вагоны эти дурацкие? Да, придется обходить. Ну ладно, зато сейчас тут по домишкам, может, пошаримся, что-то, может, найдется. Эти коробочки тоже поломаем. Тут, например, ничего нету. Ничего нету. Да перепрыгни ты уже, да? Оба! Так, а здесь что у нас? Вон там тоже я ящики вижу. Слушайте, удачно так. Смотрите-ка. Что-нибудь козырное мне тут выковыряешь? Пока ничего нету. А, у меня, кстати, еще прибор ночного видения в этом есть. Во! Опа! Противогаз нашел, смотрите-ка. Круто. Ну ладно, все равно сходим к экологу, может, что-нибудь там можно будет. Давайте-ка я сохранюсь. Так, 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 так. Опа, аккуратно. Ну-ка, где там эти? Стоп, а сюда-то нам тоже можно каким-то макаром попасть. Тут целая домишка. Ой, слушайте, сколько тут домов понатыкали. Вообще какая-то, я слышу, что локация какая-то она новая. Ой-ой-ой, смотрите, тут интересно. Главное, мне на какого-нибудь тут сейчас химеру или это не наткнуться, на Гришу на какого-нибудь. А то я с перепугу тут обкакаюсь. Так, ящик. Ящик не алёшный. Тут тоже ничего нету. Просто костерок, как дом-то еще не сгорел. Ладно, пойдем в подвал заглянем. Что, мне кажется, тут что-то интересное по-любому должно быть. А? Хрена с глаз. Кроме пощелкивания радиации ничего нету. Не надо так на меня реагировать бурно. Я ж не червонец пресловутый, чтобы всем нравится-то. Так, аккуратно. Сюда заглянем. Интересно, как по ночи. Так, тихо-тихо-тихо. Хрена тут ничего нету. Хотя я наверняка, может, что-нибудь, конечно, как всегда пропускаю. Так, вот тут есть наверх еще один лазей. Наверняка тут тоже что-нибудь. Ага, тоже ничего нет. Ну да ладно, давайте вниз спустимся, посмотрим, что внизу есть. Я так налегке пришел, обращая ваше внимание. Так, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. То есть и бегать можно, и прыгать. Так, еще один подвал. Давайте сразу в него заглянем. Сейчас спущусь, а там какой-нибудь хер моржовый сидит. Так, ну тут ничего нету. Никаких... Козырников тут нету, к сожалению. Ну и ладно, пойдемте дальше тогда. Сейчас батарейка сядет. Ладно, пускай сядет, а что туда потом ее включим. Нам далеко идти-то еще? Ну так, прилично. Тут какое-то зданице еще я вижу. Вот это вот. Тут может тоже что-нибудь... Так, вообще забаррикадировано. Печаль, тоска. Так, ну зарядим. Блин, у меня что-то этих аптечек-то мало я. Пистолет нифига с собой не взял. Так. Это выбросим нафиг. Ну давай уже, садись. Так, отлично. Чё, нет входа в это здание? Блин, стрёмно так. Блин, я вернулся к самому, можно сказать, началу этой лока... А, не, а, ну я ж тут был уже, все понятно. Так, как мне к вам? Может, лучше по железной дороге-то пройти? Что-то как-то много прям уж совсем этих аномалий. Какая красота, кстати, как атмосферно, а? Дождь льёт.
Опасность кругом поджидает. Страшно. Так, смотрите, какая-то знакомая. Это было, вот, по-моему, у нас на бара. Такая же, да? Они там, помню, лазил, высматривал бандюганов. Такие же леса. Или как, не, ну леса, конечно, это вряд ли строительные. Так, вот мы прибыли. Давайте вырубим пока свет. Чё ты на меня тут тыкаешь? Здорово. Чем могу помочь? Дмитрий из лога сказал мне, что у вас может быть для меня противогаз. Так значит, вы тот безумец, который туда отправится? Что ж, вот он уже старый. И длительной защиты обеспечить не сможет. Но для этого задание подойдет. Обращайтесь с ним нужно осторожно, потому что у другого у меня нет. Задерживайтесь там, и все будет в порядке. Не задерживайтесь там. Спасибо. Старковаться с тобой можно? Че ты говоришь, что у тебя он один? У меня их два. Так, 1000 рублей. Ну, смотри, блин, бармен какая вообще, жучара. Так, стоп, тут ничего на этих у них нету. Каких-нибудь козырников. Мне бинтов-то совсем что-то я опрометчиво забыл. Бинты-то с собой взять. Ребята. О, а вот и бинты. Слушайте, здорово. Так, а вот еще ящички. Ничего, с вас не. Так, а вот еще тут какой-то эти какие-то стоят полочки. Полочки-перепелочки, ни хрена у них нету. В мусорке. По мусоркам сейчас пошаримся. Все, сейчас осмотрим. Время 9:30. Ну, как раз вот мы сейчас ляжем. Дайте с этим еще побазарим. Стоп. Это еще у нас что? С ножом я такой рейнджер. Чувак, расскажи-ка мне что-нибудь. А, все, это то же самое. О, бинты. Давайте бинты у нее купим. Рад антирад 510 рублей. Давайте возьмем на всякий случай. Пускай будет денег, у меня все равно хоть одним местом жуй, пока тратить их не на что, кроме, наверное, будет в будущем патронов. Сейчас мы на шконочку тут какую-нибудь приляжем. И откочумаемся. Так, пардон, что-то звонят меня всяким говноинтернетом. Отвлекают. Предлагают услуги. Так, еще раз, что у нас там? У нас нужно, да, спать. Так, 8 часов можно поспать. Блин, что-то мне сейчас скажут, часа 4 утра будет. Ну ладно, мы там пока добредем, пока туда-сюда. Сейчас пока все будем осматривать потихонечку. Посмотрим, что из этого получится. Ну давай уже, спи, что ли. И сны нам снятся. Жуть какая. Вот и все. Быстро ты. Ой, а уже рассвело, смотрите-ка. 5:30. Все, стоп. Пожрать, попить. Так, слава богу, я с собой додумался. Ну, сардины, ладно. На потом оставим, пока тушку сожрем. Так, бинты есть. Аптечка. Одна, блин, есть. Ну ладно, ничего страшного. Я думаю, что-нибудь найдем сейчас. Как-то я вообще у меня... Ой-ой-ой, блин, а как нам лучше что-то протиснуться-то, смотрите-ка. На кордон здесь выход. На кордоне... Блин, ладно, сейчас придется по дороге идти вот сюда опять. Тозище наш, блин, жалко, на него нельзя какой-нибудь повесить прицельчик интересный. Коллиматорный какой-нибудь, да? Так. Ну хотя, блин, какой на дробовик, господи. Прицел. Толку-то от него. Он и так у меня, блин, бьет метко очень. Так, продукти. На украинском, видать, языке написано. Продукти. Всегда мне очень нравилось. Вон, смотрите, запор валяется. Давайте посмотрим, что тут есть. Украинскими номерами. Даже руль остался. Блин, жалко, что запорчиков сюда нам не сделал. Возьми тут прям какие-то машины, дайте осмотреть. Может, что-то тут найдется. Это, конечно, вряд ли. Но красиво. Такая музыка еще, смотрите, какая-то зависшая, прям вот и солнышко такое пробивается.
Так, нам надо сейчас быстренько до вечера все это дело здесь отстрелять, отсмотреть. Блин, каким-то с кровососами, что ли, придется, наверное, да, драться. Сейчас мы эти все домики еще тоже обшманяем. Ну, давайте сначала сюда. Хать. А, мы уже здесь были. Все понятно. Ладно, двигаемся дальше. Или не были. Так, свет надо погасить. Дайте-ка я быстренько еще так убедюсь. А, по-моему, мы здесь не были. Просто, может, какие-нибудь бинты найдутся. Главное, чтобы в этих кустах никто не высиживал. О, видите, какой-то здесь есть вход, но он тоже, блин, закрыт. Ну да ладно, в атмосферности в угоде мы будем с вами, друзья мои, все это дело, естественно, исследовать, даже если это нам никаких плодов не будет давать. Вот он, то, что хардкорный эксплоринг. Ладно, двигаем дальше. Тихо, не надо так грязно на меня пищать. Так, вот по этой дорожке мы ехали сюда, да? Тачечка у нас там, я думаю, в сохранности, в целости. Так, эти дома мы осмотрели на пути. С товарищами мы там поболтали. Все отлично. Сейчас будем, в общем, проблемно свою пятую точку, да, искать. Так, ну пока туда я ходить не буду. Может, мы на обратном пути туда заглянем. Опа. Подвисло. Ну, это традиционно подвисает. Че это? Ого. Подлетел чувак. О, это же сам наш меченый идет. В этом самом, в своем монолитовском костюме, да? Блин, интересно, а что на меня не набрасывается, что я в монолитовском костюме? Я только нашел тело и слышал мутантов неподалеку. Но ПДА нигде не видно. Были мои лучшие бойцы. Продолжай исследовать местность. Мне нужно знать, что с ними произошло. Тихо! Не соси мою кровь! Ты какой осральник. Не успел я его. Опа! Последняя просьба какая-то. Так, ну вот эти патроны я возьму. Фонарь дохлый. Давайте пистолет возьмем, потому что у меня его нету. Так, пускай что будет на всякий пожарный, если уж совсем отстреливаться придется. Вальтер, да? Зацепим сейчас патроны наверх. Да, конечно, убогий, но что сделать? Мощи-то, говорю, убогий, да? Повреждения слабенькие у него. Ну ладно. Так, теперь засейвимся. Стоп, а я где-то тут шел и... А, это вот он как раз тут, да, был? И чё, куда нам идти? Сообразим сейчас. Ну, всё, давайте сюда пройдем. Я сейчас хочу посмотреть, что вот тут есть вообще такое интересное. Перезарядим отстрелявшийся патрон. Слушайте, как круто, а? Смотрите, какой заводище прям. Главное сюда ночью не ходить. А то можно будет просто тут обгадить с перепугу. Плита, смотрите, тут вода газированная. Ящики. Ломаются? Ломаются. У них тут ни хрена ничего, как всегда, наверное, нету, да? Да, нет ничего. Так, вон там я вижу аномалия какая-то. Ну, сейчас я просто дойду, посмотрю, ребятки, мне просто интересно. Я тут никогда не был. Локация, я так понимаю, абсолютно новая. Так, тут беттер. Оба! Так, ну здесь вообще ничего нету. Что, кстати, очень-очень печально. Кроме, блин, что я хватанул. Стоп, вот тут можно, смотреть наверх забраться. Что-то я очень круто хватанул. А давайте заглянем сюда. Опа! И хрена тут что есть. Так, ну здесь все ноги переломают к чертям.
Блин, ну какой-то здесь есть. Да хватит пищать так. Так, давайте сюда залезем. Опа, опа, опа. Здесь что у нас? Здесь у нас хрен лысый. Не пищать, не гундеть. Ой, ты ж матерь! Вы смотрите-ка. Ух, тут еще, смотрите, вход есть. Давайте туда смотреть все. Опа! И все. И пропал. Ну что-то тут ничего нету. Да смысла, наверное, спускаться-то и нет никакого. Ну, сейчас мы здесь посмотрим. Сохранюсь. Так, а здесь что у нас? Так, здесь группа... Слушайте, нам не сюда все-таки. Давайте-ка мы вернемся. Что-то мне кажется, что мы здесь раньше ничего такого полезного... Может, конечно, найдем, но потом. Давайте-ка мы все-таки ближе по заданию будем уже действовать. Да? Так, там что-то я слышу, какие-то рыки нехорошие. Так, вот какие-то я смотрю. Давайте дойдем до зелененькой этой самой отметины, посмотрим, что там. Ладно, ничего, к сожалению, хорошего мы не нашли пока мест. Смотрите, какая красота, какая атмосфера, какая тишина. Подозрительная. Ну вот и что, я сюда пришел. Это вот этот сам завод Росток. Интересно, что он производил, ростоковский завод? Наверное, тачки какие-нибудь, да, движки? Ростокина Лада. Не хочется, а надо. Так, ну вот я вижу серенькие точечки. Блин, а вот там-то тоже чего? Смотрите, там сколько всего интересного-то. Огроменная территория вообще, конечно, так все это дело исследовать интересно. Только, к сожалению, профит-то прям, ну, крайне мало, да, все это дело дается. Так, что тут у нас? Подвесоны. Не обессудьте. Так, вот тут какие-то завалы, смотрите. Может, кто-нибудь есть? Хопа. Так, что-то я здесь... Ой-ой-ой, что это такое? Тайник. Пустой. Наверное, от кого-то было... Ой, а стоп, он же... Что-то там с него пищалка какая-то была. Не пи... Ну, с него пискнуло, как будто был тайничок какой-то. Но это не он определен, конечно, но все равно. Так. Там. Да господи, хватит фризить уже, надоел. Ах. Так, сохранюсь-ка я. Ладно, пойдем смотреть на эти точки трупные. Наверняка это наши вот эти бедолаги, которые... Нам надо найти, смотрите, какое-то здание такое полуразрушенное, оно или недостроенное. Ну, там, наверное, эти кровоотсосники тоже шлындруют. Пылесосами я их буду называть. Не кровососами, а пылесосами. Так, вот тут какая-то я вижу... Дощечка проходная. Нам определенно сюда. Ящики. Так, что давайте про ящики ломанем. Чики-брики. Чирик. Пусто, блин, как. Не знаю что. Так, ну что, давайте смотреть потихонечку. Стрёмно? Спросите вы меня. Стрёмно, скажу я вам. Он тут валяется. О! О, да не да о. Так. Чё-то здесь никого нет, что ли? Блин, я уже свои тени шугаться начинаю! Господи! Так, ну пусто здесь, пусто, пусто, пусто. Ладно, идем, 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 идем.
Блин, какая же вообще жуть, а? Ну как жуть? Как атмосферно, ребятки, мне так это прикалывает. Просто, знаете, пешком хочется идти со страху. Ну, если пешком ходить, то это времени очень много займет. Так. Стоп, ящички. Давайте шмальнем немножечко. Спать. Да господи, что ничего нету-то? Офигайте ящики-то делать. Нет ни хрена. Или это типа потому что хардкор? Так, ну здесь вниз нам определенно не нужно пока. Давайте-ка мы. Тихо. Не свалиться бы нафиг с этими досками полуобшарпанными. Аккуратно идем. Опа! А вот трупачил еще один. Стоямба. Так, здесь пол. Тихо. Хопа! Никого. Так, ну давайте-ка я сейчас еще раз засейвлюсь. Моего. Так, подожди-ка, пока не будем брать. Колобок. Разрыв 2, когда же гранатажа. В руках чувствуешь, как а кожа грубеется, но это темнительно. Смотрите, она прям плюсовая. Ой, патрончики эти крутые мне. И пожрать возьмем. Так, ну вот эти мы тоже возьмем себе на всякий пожарный. Ну, грозу уберем, естественно. Ой-ой-ой. Что это там за пуканье такие? Ой-ой-ой, я его заметил. А я здесь. Какой-то вертлявый хрыщ-то, а? Посмотрите. Тихо. Постой. Ты где? Что-то не пойму, я его гопнул или нет? Вот он исчез, что ли? Понятно. Ну ладно. Вот это здесь он, да, должен был быть. Ну, блин, жалко, конечно. Я думал, может, что-то с него там упадет. Так, вот сюда наверх нам определенно нужно, да? Кровососа, значит, надо встречать. Блин, а у меня этих-то мало патронов тут на поясе. Вот еще один. Тут еще наверх, смотрите, есть. Это уже все? Топовая верхотура, да? Выше здесь. А, ну вот еще сюда можно. А, вот еще наверх можно. Стоп. Сейчас посмотрим. Давайте-ка заглянем туда сразу. А потом пойдем осматривать. Мне кажется, что здесь вряд ли уже кто-то будет. Может, что-то... Тихо-тихо, на. Не надо так. Так, смотрите-ка, что здесь есть. Пустой нахрен тайник. Я раздражаться начинаю вот такой фигни. Вот вроде находишь что-то, да? Как-то причем так по наитию, по собственному разумению, никаких там не находи, я имею в виду, не после снятия там ПДА у трупов. А блин, а зачем так делать-то? Ну был бы и был он, и все, господи, тайник. Стоп, посмотрим, что у этого товарища. Хабар на заправке. Так, ну давайте вот эти патроны возьмем. Новый тайник. Ну какой-то... А, во! Хаба. О, вот это я понимаю. Так, и теперь. Возможно, это моя последняя запись. Эти странные мутанты повсюду. Если ты это слушаешь, беги. Сейчас. Их ничто не остановит. Стоп. Что? Вон он. Что это? Нет. Нет. Нет!
Нет. Переводим забава. Ты козлина, а? Смотри, заполненное газом здание. Если ты хочешь найти там КПК, не забывай о противогазе. Так. Что-то он как-то там как скоростной. Стоп, засейвлюсь. Да ты засранец, а? Неуловимый Джо. Ты хоть привстал чуть-чуть. Здесь немножечко попал. Будем посмотреть, какую, ну, а? Я что-то как-то... Всё, свалился. Блин, тут лестницы-то нету. Ну да ладно, хорошо. Так, стоп. А теперь мне куда идти надо? Сюда, что ли? Смотри, стоп, давайте наверх-то еще разочек залезем, я посмотрю, тут в газу все должно быть. Газоздание это, где оно тут есть-то, блин? Надо оглядеться. Так, стоп, не граната мне нужна. Так. Что-то не вижу. Там что ли нет? Тихо. Непонятно пока, где это здание. Ну-ка. Давайте-ка наверх еще залезем. Эх, жалко, ты ничок не взять. Ну и где нахрен это газовое здание? А? Что тут такие вообще буераки? Что-то я не вижу в упор. Зданий-то много. А вот что-то нету козырника-то никакого. Так, где здесь спуск-то? А, вот он спуск. Придется спускаться и идти в холостую. Вот так вот искать. Так, найти КПК, убить кровососов. Блин, не указано, где. Что-то я, а я не могу найти-то так. Тихо. Свалиться, блин, еще бы. Может, там где? Так, сейчас я сохранюсь. Так, ну давайте дальше импровизировать. Куда нам здесь лучше сходить? Там, честно говоря, и... А, ну вон, может, просто на метку на эту идти. Давайте попробуем на меточку сходить. Может, она нас куда-нибудь приведет. Тут мы вроде все осмотрели, да, ведь, друзья мои? Кровосос один исчез куда-то. Собака-барабака. Несчастная. Так. Вот он. Идиотик. А второй, кстати, кровосос где-то должен быть. Вот он лежит. Может, с него что-нибудь есть? Есть, смотрите-ка. Отлично. Так, как спуститься-то? Я уж заблудился.
Летим, летим! Так, ну блин, куда? А, ну давайте сперва сходим на... Ну, а я сейчас ходил на эту метку-то уже. От нее там толку-то никакого. Ой, стоп. Никогда не говорите группировке грех дать вам руку. Они могут понять это буквально. Забавно. Так, ящички стоят. Ни хрена в них тут нету. Стоп, тут, смотрите, на крыше какие-то переходы. Давайте-ка заберемся. Ой-ой-ой, смотрите-ка. Блин, вообще просто огромнейшая территория, ребятки. Сейчас мы ее с вами сюда осмотрим. Продуктивно. Я надеюсь, конечно же. 1985 год. О, прям моя ровесница почти. Так, а здесь что? Здесь ни хрена нету. Тень вон там моя отражается. Так, а здесь что? Здесь ничего. Давайте спускаться, раз уж ничего тут нету. Жалька. Ой, тут еще, смотрите, переходы какие-то. А, ну я здесь был уже, блин. Чё-то ничего полезного вообще нету. Столько, блин... Ну, я, конечно, меня прикалывает это все осматривать. Ну, хоть какую-нибудь нычечку бы найти, вот как я нашел. Ой, здесь дырочка, смотрите-ка. Приятно. Так, куда идти, спросите вы меня, а я и не знаю. Пойдем сходим туда налево, посмотрим, что там есть. Там же говорили что-то про газ, про какой-то, да? Вот, смотрите, тут есть наверх. Ящики тоже есть. Стоп, вот это вот я пока... куда-нибудь отшвырну, чтобы случайно ее не взорвать. Вот стоить, время тратить только. Вот за хрена их понаделали столько. Так, там, как видите, тоже вышка есть. Абсолютно пустующая локация. Вот это мне, конечно, не очень нравится. Хоть бы, я не знаю, сюда зомби каких-нибудь. Ну вот и куда идти-то, я даже не представляю. Жесть какая-то. Форменная. И забраться-то сюда. Забрались, а смысла в этом никакого. Так, а если мы... Блин, сейчас я себе... А-а-а! Ноги поломал. Так, вот тут смотрите-ка. О, мы зато идем в сторону. Так, немножко я себя повредил. Блин. Ну ладно. А то сейчас тайничок свой этот заберем. Да ведь? Или хрена лысого? Тут надо как-то обойти, наверное, да? Так, руками болтает, прикольно бежит. Так, стопэ. На крышу он, и как туда попасть? По забору, что ли? Ой, да, сейчас как-то странно все, если честно. Не сообразил. Или он под землей где-то может быть, не? Так, ну, ребятки, да, придется так вот немножко сейчас походить впустую, пошаманить, потому что у меня вариантов просто никаких других нету. Я ни хрена здесь не знаю ничего, я здесь первый раз. Так, вот тут ящики все такие порожниковые.
Слушайте, ну а как вот туда забраться? Здесь мы явно не допрыгнем, да? Вот если был бы паркур. Ну не, ну мы не заберем. Блин, ну и нафига я сюда пришел? Ой, дятлы. Ну вот могли бы хотя бы вот в этот его запихнуть. Может, он здесь каким-то макаром там. Да возьмись-то, не хочет. Как-то перепрыгнуть, может, вот по этим ящикам можно, не? Зая красиво спрыгнул с этих. Так, сейчас немножечко мы тут с вами поковыряемся. Чё ты не бежишь? Вот объясни мне, пожалуйста. Во. Ну, мне кажется, все равно, наверное, не допрыгнет он до туда. Ну, допрыгнул, смотрите-ка. Ну, тайника тут по-прежнему нету. Да? Обыскать тайник. О, канистра. В принципе, нужные вещи-то. Сразу 47 килограмм. Да, слушайте, прикольно. Ну, тогда засейвимся. Так, ну давайте вернемся к нашей той... Ой, же ж так больно падаешь-то. Так, с канистром, да, так шустро бегает. К нашей меточке сейчас вернемся, посмотрим, может, что-то там я... Блин, а что-то как-то время-то идет и идет. Ну вот мы тутово. Марфутово. Мне кажется, куда-то нам туда надо, в том, наверное, направлении бежать. Нет, вам так не кажется, друзья? Вот что-то здесь вот где-то должно быть. Всякие вон собаки тут забывают. Места зато осмотрим. Так, ну тут мы еще определенно не были. Ничего не понятно. Так. Если сюда, посмотрите, какой-то тоже заборчик тут есть. Так. Вот на крышу еще один есть ход. Может, куда-то сюда вообще надо? Так, здесь что-то, я так понимаю, нифига нет. О, смотрите-ка, тоже лесенка. Ну, тут-то вряд ли что-нибудь есть. Ладушки. Заберемся, оглядимся. О, смотрите-ка, вот эти газовые. Нам, наверное, сюда. Можем мы здесь спуститься-то как-нибудь? Чё-то непонятно. Сейчас как херану себе опять. Ой-ой-ой, не, здесь как-то сложно, слушайте. Вот если вот по этой. Ну да, тоже высоко падать. Чё-то я боюсь себе просто сейчас ноги все пообла. Идиот! Ай, смотрите-ка, что-то он как-то дешево. Так, ну такое дело надо сохранить. Так, вот тут противогаз. Противогаз. Противогаз скоро надо будет. Тихо. Не, ничего не одеть. Ничего не одевается. Не открывается, я имею в виду. Блин, тут вообще просто радиация. Смотрите, какие-то прям эти стоят тут. Реакторы, что ли, как это назвать? Так, ну давайте-ка мы... Да, смотрите-ка, я так свалился с крыши вообще. Используем. Да, 3 минуты.
пошли. Вон, я уже вижу там дружбана. Где он? Явно не здесь, наверное, наверху где-то, может, нет? Ой-ой-ой-ой, смотрите-ка, блин, 3 минуты, ну, не дадут спокойно посмотреть. Что тут есть? Ладно, давайте подниматься наверх. Надо было запасаться побольше противогазами, да? Так, вот оно. Сейчас еще раз засейвлюсь, посмотрим, что тут есть. Фонарь говняный. Так, ну патроны вот эти возьмем, пистолетные, на всякий пожарный. Стоп. Ну, водку я не буду брать, она мне без надобности. Берем КПК. Если кто-нибудь получит это сообщение, на нас напали неизвестные существа. Я спрятал кое-какие припасы недалеко от бара. Если доберетесь до туда, у вас будет шанс на спасение. Вон он побежал. Сейчас его надо... 4, 3, 7. Я не знаю, как... На! Дышать не могу. Стоп, давайте на крышу залезем. Блин, жалко, что тут время ограничено у этих газиков этих. Стоп. Тут, наверное... Смотрите, какая... Стоп, быстренько давайте ящички разломаем. Потом вернемся уже. Пустота. Засейвлюсь перед падением. Так, тут что-то у нас. Сейф. А что, у меня нет ни от него ничего? Документы. Найденное КПК. Документы. Блин, нифига тут ничего нету. А я пароль-то и не знаю. Ребята, печалька. Может, подглядеть у кого-нибудь? Ладно, не буду я ни у кого подглядывать. Это нечестно. Так, быстрее, а то сейчас уже закончится у меня этот мой... Выбираемся быстрее. 15 секунд. Жалко. 8 секунд. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. 3 секунды. Фу. Успел вроде. А пароль-то я где? Где ж пароль-то такой найти? Блин, а я и не знаю. Жалко. Наверняка там в сейфе что-нибудь интересное было. Ладно, давайте возвращаться потихонечку. Да, ведь нам возвращаться пора. Да. А здесь-то мы, наверное, не пройдем никак. Сейчас сгоняю на всякий случай. Тут же закрыто нам. Не пройти. Через здание, через это придется возвращаться. Пойдемте, сдадимся ему. 9 часов у нас времени. Куда нам дальше-то отправят нас? На какую-нибудь лабораторию, наверное. Очередную. Такая здесь. Ладно, мне тут ни хера все равно. Ой, здесь что такое? А, здесь я уже бывал. В самом начале, когда сюда пришел, да? А, здесь я не вылезу. Здесь высоковато. Если только там. Ладно, что-то я зря сюда зашел. Но все равно понизу бежать надо лучше. Длиннющая серия получилась. Зато интересная. Мне понравилось, ребят. Не знаю, как вам. В принципе, достаточно атмосферно. Так, давайте через центральный ворот. Тихо ты, господи, так пугает меня. Спищалось-то. Сейчас канистру зато заодно сложим в нашу... Бричечку, которая там стоит, не зря я все на машине приехал. Экскаватор тут стоит, смотрите-ка. Что это такое здесь? А, это просто правила безопасности.
Глушитель запорожец. Ну, посмотрите, прям как настоящий. Хоть садись, да ехай. Да езжай, вернее, ехай. В деревне Дудово. Так, а мы этого-то товарища осматривали. Так, ну гитара мне она это вообще не впилась никуда. Нафиг. Ладно, пойдемте. Пойдемте обратно. Можно, конечно, потом, дайте я гляну на карту. Все, конечно, мы здесь не обшарили. Ну, я думаю, мы сюда еще, наверное, не раз вернемся. Смотрите, тут какая большая карта такая, да, все осмотреть. На кордон вот выход. Красивая локация, мне понравилось. Интересно. Жалко только мало этих здесь тайничков. Каких-нибудь козырных. Но, увы, что ж поделаешь. Придется как-то... Так, вот наша машина. Подвеска такая. Починить транспорт. Открыть багажник. Да, вот эту вот ботву мы сейчас сюда свалим. 34 килограмма. Опа. Так, сохранюсь. Такой же перевернутый валяется. Кстати, какие электровозы стоят, прикольные. Да, блин, стоп, вот здесь я еще не смотрел. Дайте я гляну быстренько. Может, что-нибудь найдется. Здесь сидит чувак. Гришка вояжер. Ничего тут не расскажет мне интересного. Да, пароль-то какой. Ой-ой-ой, ты господи, ты боже мой. Ты что, дебил? Ой, смотрите, кто тут что есть. Хрена тут что есть. Кстати, теперь он не выпрыгнет, короче. Я фонарем тут осмотрюсь. А то наверняка вам ничего не видно, как всегда. Это у меня... Это сама игра, короче, такая темненькая. Сама по себе. У меня, может, там настройки все выкручены нормально на яркость. Потому что если больше выкручу, то уже просто будет некрасиво смотреться. Ребятки. Так. Так. Ну давай базарить с собой будем. Я пришел по вашей проблеме. Сталкер, ты принес мне ПДА, убил всех мутантов. Все мутанты мертвы. Мертвы, вот ПДА твоих людей. Благодарю тебя, Сталкер. Теперь мы можем спокойно вернуться в свой штаб. Газа мы сейчас же отцилиндруем. Итак, чем мы можем тебя отблагодарить? Ты говорил, что вход под землю заперт. Помочь долгу. А, так. Вообще-то это закрытая зона, и мы считаем, что именно там, под землей, находится или находились логово этих мутантов. Но знаешь что, давай так. Если туда спустишься и зачистишь, я не буду задавать вопросов и закрою на это глаза. По рукам? Хорошо, а ключ у кого? У нашего лидера ключ, у Петре. Блин, если он тебе нужен, тебе придется встретиться с ним в баре. Я отправлю ему сообщение, скажу, чтобы ждал тебя. Спасибо, до встречи. Да ёперный театр, опять туда колесить? Тысячи, нифига себе он стоит, этот колобок. Но его надо зарядить тогда себе, раз он такой крутой. Тихо. Тут такой собачки что-то понаблюдают. А звук прикольный, кстати, у Вальтера при выстреле. Куда убежала шавка? Ну все, пошли, короче, они за ней. Так, ладно, ребятки, давайте-ка мы здесь сейчас отсидимся. Я сохранюсь на этом, закончу серию. Ну, все равно неплохо так поэкспериментировали, полазили, посмотрели. Достаточно интересная локация, мне понравилось. Заберем пожрать себе. Пускай будет на всякий пожарный. Поставьте обязательно лайк, подписывайтесь на канал. Увидимся с вами в следующих сериях. С вами был Фолиот. Всем до новых встреч. Как всегда, большое пока.